Чтобы не ошибиться с наклейкой одуванчика номер 24, для начала можно наклеить одуванчик на двухсторонний скотч. Берем обыкновенный двухсторонний скотч, наклеиваем на него одуванчик, потом обрезаем лишний скотч вокруг одуванчика и наклеиваем его на объектив вот таким образом. Практически необходимости в использовании калибра при наклейке не нужно. Ориентируем одуванчик таким образом, чтобы вот этот вот четвертый контакт слева или второй справа, который находится посерединке, смотрел как раз-таки на красную точку. Наклеили одуванчик и вставили объектив с одуванчиком в камеру. Вот как видите, MiR-24N, камера Nikon D70. Я уже одуванчик предварительно запрограммировал. Вот диафрагмы меняются от 2 до 22. Вот таким же образом вы наклеиваете одуванчик на двухсторонний скотч на свой мир. Вот. Он будет прекрасно держаться. В дальнейшем вы просто-напросто можете, предварительно обозначив границы посадки одуванчика на юбке объектива, отклеить его с двухстороннего скотча, обезжирить место посадки одуванчика спиртом или какой-то другой обезжиривающей жидкостью и наклеить его навсегда на суперклей. Спасибо за внимание. Сейчас я одуванчик отклею, упакую и отправлю вам.